справа. Я на самолет опоздаю. Мы на электричку, а потом на самолет. Ну, на самолет нам нужно. Не надо нарушать. Не все пешеходы ходят по правилам. Об этом гражданам особо напоминают сотрудники ДПС в процессе проходящего сейчас профилактического мероприятия. Неправильных пешеходов наказывают с целью привлечь их внимание к собственной безопасности на дороге. В Репино, например, люди часто переходят Зеленогорское шоссе на запрещающий сигнал светофора при наличии специальных кнопок на пешеходном переходе. Эту зону здесь обустроили после ряда трагичных аварий с участием пешеходов. Однако пользоваться ею, видимо, не все знают как или не хотят в силу разных причин. Просто сигнал светофора. Да я чтобы машина. Машины не берете, вы должны выполнять требования светофора. Есть документы у вас? Прошу. В ходе профилактического мероприятия «Пешеход и пешеходный переход» сотрудники курортного отдела ГИБДД привлекали граждан, не умеющих по правилам переходить проезжую часть, к ответственности, согласно Кодексу об административных правонарушениях. Вместе с вручением протокола, который определяет штрафные санкции, инспекторы разъясняли нарушителям и требования ПДД, сообщая, что пешеход является таким же участником дорожного движения, как и автомобилист. У всех есть свои права и обязанности. В Сестрорецке некоторые пешие граждане чувствуют себя особо вольготно на привокзальной площади, нарушая в 20 метрах от пешеходного перехода. И наличие здесь наряда дорожной полиции людей не дисциплинирует. Ходить законно по зебре не хотят. Что же вы видите нас и на глазах у нас нарушаете? Пешеходный переход в зоне вашей доступной видимости. Что, вы как бы в сторонку отошли и все равно пошли. Зачем? Скажите, пожалуйста. Вот такой нерадивый. Ну вот нерадивый, вот придется справа к вам на присядьте. Ну вот я вышла пораньше, пришла на платформу, и все говорят, что здесь билеты продают. Угу. Так что я вообще законопослушная, но извините. Ну вы в курсе, да, что вы нарушили правила дорожного движения? Ну вообще-то, честно говоря, здесь бы нужен переход. А штраф знаете какой? Нет. 500 рублей? Ужасно. Вы когда, каждый раз, когда так идете, вы думаете, что это 500 рублей. Считаю. Придется вас задержать минут на 5, составим административный протокольчик. Что? Предупреждение нет. Предупреждение есть, но штрафные санкции 500 рублей. То, что предупреждение, эта санкция, она не действенна на пешеходов. Пешеходы, конечно же, у нас бегают через проезжую часть вне пешеходного перехода, либо же по красному запрещающему сигналу светофора, провоцируя дорожно-транспортные происшествия. У граждан объясняют свое поведение тем, что обычно торопятся, и идти до пешеходного перехода им лень, вот, не хватает времени, либо же еще какие-то причины ищут. Но на самом деле призываю как бы все равно дойти до пешеходного перехода, потому что в случае наезда на него вне зоны действия пешеходного перехода шансы в суде отстоять свою правоту минимальны. Недавно для водителей была повышена административная ответственность за непредоставление преимущества пешеходу на зебре. Автолюбители стали заметно внимательней. Пешеходам пока оставили прежний штраф, хотя многие считают, что его можно поднять до тех же 1500 рублей. Возможно, это начнет дисциплинировать население. А пока статистика за прошлый год по курортному району показала рост числа ДТП с наездами на пешеходов. В этом году мы будем проводить ежемесячно такие профилактические мероприятия. Ну и постараемся достичь того, что люди все-таки будут переходить по пешеходному переходу, ну а водители предоставлять преимущество на пешеходном переходе гражданам.